Всем привет, ребят, по просьбе подписчиков смотрим сегодня Мэри Краймбери. В ванной пряталась она. Что она там? Влияние среды и общества превращают наш внутренний мир в полыхающий заброшенный дом. Обстоятельства заводят каждого из нас в свою ванную, где мы прячемся, вознося стены вокруг себя. Остаемся наедине со своими страхами и болью, сковывающими нас в тупике безысходности. Ну да, видимо. Из которого далеко не каждый сможет выбраться с высоко поднятой головой. Видимо, об этом и будет песня, да? Очень качественно снято, очень классный клип. И музыка такая, знаете, как бы такие... Сначала такая спокойная, а потом такой рост. Классно. Очень качественно снято, очень хороший клип, хороший смысл. То, что не надо прятаться в ванной. От всех проблем, да, наверное. В целом, наверное, это хотела донести, да, смысл свой. Очень классно снят клип, очень качественно снят. Ну, в принципе, о чем название, о чем и клип, да? Так. Нереально очень качественно снято. Прям такие спецэффекты там. То волки. Ну, волки-то, наверное, не знаю, спецэффекты или нет, наверное, нет. Что они более реально выглядели. Какой-то дементор, да, был какой-то дух, призрак. Вода была, огонь, там, в общем, много разного всего. Над клипом постарались явно, поэтому поставим лайк. Я поставлю песню где-то в
Может, 9 из 10, да, а клипу 10 из 10, потому что очень классный клип и песня так. Кстати, очень классно сочетается с клипом, мне на самом деле все понравилось. Ну, если вам понравился видос, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал, я знаю, вам не сложно это сделать, а мне будет приятно. Поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по поводу этой работы, ну, и по поводу этой исполнительницы, пишите, что посмотреть. И в целом, всем пока, всем спасибо, что посмотрели, ребят. Хорошего настроения вам.